Всем привет, с вами Гизма. Сегодня я расскажу вам про астральное прорицание в игре Лига Ангелов 2. Астральное прорицание очень похоже на всем, так скажем, известную функцию во многих играх, как астралы. Здесь вы просто используя... Давайте попытки купим. Так. Просто жмете автопрорицание, вам расходуется сразу 50 попыток, можете по одной, но это очень долго. Просто кнопка автопрорицания используйте и все. Здесь за каждую карту, соответственно, награды идут выше. Вот. Ежедневно астральное прорицание вам восстанавливает 100 единиц, то есть можно два раза автопрорицанием воспользоваться. Оно 50 единиц сразу израсходует. Здесь вам дается золото, астральная печать, которая расходуется в астральном магазине. Также можно вытащить редкие эпические и легендарные сундуки оружия маунта. Также падает вот такие астральная печатка. Также расходуется в астральном магазине и солнечник. Солнечник необходим для улучшения маунта. Также выпадают аметисты и астральные слитки. Это все расходуется в улучшении маунта. Улучшение маунта можно посмотреть гайд. Я также создал на YouTube. Также в YouTube канале на RBK Games. Давайте по астральному магазину пробежимся быстренько. В астральном магазине вы можете приобрести слитки, солнечники, аметисты, различные оружия и солнечник за алмазы. Вот. Чтобы получить легендарное оружие, вам необходимо накопить астральную печать. Она копится долго, но лучше накопить здесь, чем купить его в событиях за большое количество тех же алмазов, топазов. Как только вы соберете себе легендарное оружие маунта, старайтесь больше не тратить астральную печать и не тратить... Они обе астральные печати. Два вида этих монет. Старайтесь их не тратить. Потому что астральный свиток, который использует пусть будут зеленые астральные печати, и солнечный, который использует золотые астральные печати, они попадаются в магнате. Лучше подкопить. И уже в магнате потом просто ежедневно скупать эти ресурсы, чтобы выбраться вперед. По астральному прорицанию на этом все. Всем спасибо, с вами был Гизма. Подписывайтесь на канал RBK Games в YouTube. Смотрите гайды, участвуйте в стримах. Зарабатывайте RBK монеты там же на стриме. Также заходите в группу ВКонтакте RBK Games, там также проходят стримы, и стримы проходят на Твиче. Ссылки на стрим можно увидеть также на главной странице RBK Games в новостях. Стримы проходят по средам и пятницам. Начало в 6:00, длятся они по средам до 9, по пятницам до 10 вечера. На этом у меня все. Всем спасибо, до свидания.